Мы тут сейчас с Сашей плитку демонтируем, вы уже увидели некоторые кадры. Если кто-то реально из заказчиков или из мастеров это увидит, предупредите клиентов, что можно попасть вот на такую вот штуку. Я не знаю, как это назвать. Это укладка плитки, которая опасна для вашей жизни. Реально она может просто убить. Убить вас, убить ребенка, не дай бог. Убить любого человека, которому она реально тупо вот таким вот куском отвалится на голову. Вот если вы реально хотите сэкономить на бюджете, то я вам потом, я не знаю, вы, наверное, будете жить в страхе. А если нормальный мастер, который укладывает плитку хорошо, то он не будет вам делать вот такой вот хуйни реально. За это можно сесть. Давай. Это же инструмент для съема плитки, универсальный. Да, это, кстати, не таймлапс, это не ускоренный режим, если что. Это мы ее не трогали, это вот она так приклеена. Зато скотч вверху. Показатель профессионализма. А, вообще прям. Можешь говорить. А что тут говорить? Второй размер. Стой, подожди, себя не идет. На ручку убери. Жестко, конечно. Это опасно. Если вы хотите на объекте позаниматься скалолазанием, почему бы не попробовать и не потренироваться? Оп! 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 Опа! Оп! Опа! 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 Почему бы не?